Геннадий Головкин номинирован на звание лучшего бойца по версии ESPN. В данной номинации Геннадий соревнуется со своими коллегами по боксу Теренсом Кроуфордом и Андервордом, а также с представителями ММА Конором Макгрегором и Дмитриусом Джонсоном. Результаты будут объявлены в прямом эфире телеканалом ABC 12 июля. Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя назвал запланированное время начала поединка Головкина-Альвареса. Основное событие начнется не позднее 11 вечера по времени Восточного побережья, так что всем журналистам и фанатам не придется ждать допоздна, до 12 или часа ночи. Вы сможете посмотреть этот бой в 11 часов вечера. Таким образом, для казахстанских зрителей поединок начнется не позднее 9 утра, в воскресенье 17 сентября. На пресс-конференции, посвященному поединку между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, которая прошла в Нью-Йорке, Альварес подтвердил свои ранее сказанные слова о том, что его не интересует чемпионский пояс по версии WBC. «За пояс WBC боксировать не буду», – заявил Канело. Эрик Гомес попытался сгладить слова Сауля, заявив, что по поясу WBC решение не принято. Так Гомес отметил, что Канело интересен пояс по версии IBF, поэтому он согласится на контрольное взвешивание в день поединка. Бернард Хопкинс считает, что в бою с Геннадием Головкиным Канело должен действовать привычным образом. «Я советую ему быть самим собой, делать то, что он делает всегда», – заявил Хопкинс. Перед пресс-конференцией Головкин и Альварес вместе со своими командами посетили редакцию The Wall Street Journal. Боксеры дали совместное интервью и провели бой в популярной настольной игре «Сокруши и врежь ему», в котором бойцами выступали игрушечные роботы. Боксеры провели 3 раунда, в ходе которого Головкин одержал победу в первом раунде, а Канело во втором, а третий раунд завершился в ничью.